Ребята, всем привет! Гости канала, подписчики канала, с вами снова Сергей 56 РУС, город Москва, 27 июня 2020 года. Нахожусь на Кремлевской набережной, Кремлевская стена. Погода сегодня у нас обещает до свыше 30, на данный момент плюс 29-28 градусов тепла. Хочу пожелать вам хорошего дня, отличного настроения, здоровья вашим родным и близким, а также родителям. Прошли мы Большой Каменный мост. Сейчас подходим к Москворецкому мосту. Большой Москворецкий мост. Поток машин идет, все едут. Люди гуляют. Прогулочные суда ходят по Москве-реке от парка Зарядье до Лужников. Велосипедисты гоняют. Все, ребята, спасибо за просмотр. Всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. До скорого, увидимся. Всем удачи, всем пока. С вами был Сергей 56 РУС. Прямое включение из Москвы. Всем пока.